хороши. От вожатых отбивался не дурак. Рассказать, как было, это значит так. Подошел ко мне вожатый: слушай, друг, подмети-ка ты грязюку всю вокруг. И ответ мой был достойным, не шучу. Я сказал: пошел ты к черту, не хочу. Конечно, на меня загрустил дружок сердечный, ой, ля-ля. Просто я сюда приехал отдыхать, значит, вам меня не надо загружать. Вновь с утра орёт вожатый: эй, живей, выходи-ка на зарядку поскорей. Ну а мне опять сердито, не шучу, отвечай, что я рыжий не хочу. У вожатого с работы полный крах. Воевать мне с ним, понятно, нелегко, но посылать его приятно далеко. Вы поверили, наверное, лопухи, мне с вожатыми ругаться не с руки. Я придумал все, конечно, не шучу, просто жизнь неинтересна, жизнь!